Более 30 деятелей культуры со всего мира обратились к российским властям. Они требуют прекратить преследование режиссера Кирилла Серебренникова. В числе тех, кто подписал петицию, актриса Кейт Бланшетт. Сбор подписей организовал немецкий режиссер Томас Ойстермейер. Петицию направят президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель. Обвинения против Серебренникова автор петиции считают сомнительными, а домашний арест непропорциональной мерой. В открытом письме уголовное дело назвали попыткой заставить замолчать международно признанного режиссера. На прошлой неделе Басманов суд Москвы отправил Серебренникова под домашний арест. Его обвиняют в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных театральной труппе «Седьмая студия». В защиту режиссера выступили театральные и общественные деятели в России и за ее пределами.